Сергей Скрипаль начал говорить. Состояние здоровья бывшего российского шпиона, которого отравили газом новичок, значительно улучшилось. Его готовят к разговору с правоохранителями. Сергей Скрипаль, который, как сообщалось накануне, пришел в себя, уже начал говорить. Об этом в субботу, 7 апреля, сообщает Skynews. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль может разговаривать. В настоящее время его готовят к разговору с правоохранителями. Полиция вскоре сможет поговорить с человеком, который находится в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший российский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, он в сознании и разговаривает, сообщил журналист издания. Состояние Сергея Скрипаля считают достаточно хорошим для того, чтобы дать показания относительно отравления. Как сообщалось, Сергей Скрипаль пошел на поправку и больше не находится в критическом состоянии. Ранее Юлия Скрипаль рассказала о своем состоянии. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и HTTPS/Корреспондент.нет. По материалам сайта newsgra.com.